Еще об одной проблеме говорил главный врач. Ноябрьская больница, которая по факту обслуживает четверть региона. Сюда направляют сложных пациентов из Губкинского, Муравленко и некоторых поселков Пуровского и Красносолькупского районов. Сегодня имеет статус всего лишь городской больницы. А это ставит ее весьма затруднительное финансовое положение. Если ЦГБ придать статус окружной лечебнице, это наилучшим образом скажется и на зарплате врачей, и на приобретении оборудования, медикаментов, и появится возможность привлекать специалистов для работы по контракту. Дело в том, что более высокий статус учреждения влечет более высокий тариф по оплате услуг. Нас отнесли к очень низкой категории по оплате, по тарифу оплаты, и сделали очень низкий коэффициент удорожания. То есть, если у Салехардской окружной больницы коэффициент удорожания идет 4,11, и они относятся к пятой категории тарифа оплаты, то мы относимся ко второй категории тарифа оплаты, мы Новоуренгойская, и коэффициент удорожания у нас 2,60.